Как ни странно, у нас существует дефицит квалифицированных рабочих на рабочих кадров на промышленных предприятиях. Поэтому хотелось бы вот узнать меры, которые правительство принимает для решения вот этого вопроса. Спасибо за вопрос, Владимир Васильевич. На сегодняшний день погрешность с каждым годом снижается. Спрос работодателей и предложения, да, которые на рынке труда. От этого все мы должны регулировать. У нас на уровне Кабинета министров Министерство образования является уполномоченным органом. Мы приняли соответствующее решение, и вы участвуете активно. Ежегодно готовится государственный доклад, какая ситуация происходит на рынке труда. В связи с этим, вот по прошлому году, ну, это еще предварительные цифры, погрешность составляет 25%. Вот прогнозно и по нашим расчетам должны быть показатели погрешности на уровне 10%. Тогда мы будем удовлетворять. Вот в прошлом году мы открыли хороший центр подготовки вообще рабочих, специалистов на базе электроаппаратного завода, где участвует и электроаппаратный завод, и наше предприятие «Элара». Мы подключили, привлекли компанию «Технониколь». Вы знаете, это в строительном комплексе. И у нас они представлены как представители. Сегодня на базе техникума создали соответствующую площадку для того, чтобы готовить тех специалистов, которые, получая диплом, придя на производство, сразу начинают около станка работать. Или на своих других рабочих местах. Вот самый главный вопрос в этом заключается. Поэтому, кроме бюджетных средств на сегодняшний день, сами коммерческие организации, сами предприниматели вкладывают свои собственные средства, которые они заработали, ведя свою финансово-хозяйственную деятельность, это очень важно. И тем самым мы на сегодняшний день, могу сказать, двигаемся, с одной стороны, в правильном направлении, но вопросы есть, над чем мы должны работать. Уважаемый Михаил Васильевич, вот у меня такое впечатление от нашего сельского хозяйства, поскольку я проезжаю всю республику, от Алатыря, Чебоксар, почти все, и на полях во время цветения сорняков, шутят местные жители, хлопок скоро собирать будем. Вот поэтому я вас прошу сказать, почему по Росстату у нас продукция сельского хозяйства упала на 10,7%, а в то время как в целом по стране рост идет 6,2%. А ПФО рост на 4,3%. Вот с чем это связано? Почему наши соседи более успешны, а мы вот как-то не успеваем за ними, хотя и рядышком все живем? Спасибо. Спасибо за вопрос, Татьяна Андреевна. Что болеете за сельское хозяйство? Я цифры привел, они тоже самые по снижению темпов, объемов. Почему такие большие снижения? Могу сказать. Мы картофельная республика. Ежегодно 800-850 тысяч тонн производили за последние годы. Вот недавно была выставка картофель, я еще раз пообщался с нашими картофелеводами, и соседние регионы были, где на самом деле вот, наши крестьяне выращивали картофель, потери во время уборки составляли на уровне 30-50%. И мы практически большие убытки или недобранные средства получили в выращивании картофеля. В то же время паники нет, соответственно, собираются по структуре посевных площадей, они сажать эту культуру. И вот этот показатель, он очень сильно повлиял в отрасли растениеводства. По отрасли животноводства снижается поголовье коров, снижается производство. У нас отдельные птицефабрики в прошлом году пострадали по определенным болезням и в динамике упали. И была соответствующая модернизация, которые тоже не успели выйти на тот уровень. Но по этому году в целом, в динамике, прогнозы позитивные. Вот. И этот позитив мы сохраним. Потому что Атлашская птицефабрика сейчас заработала, точки роста новые появляются. Михаил Васильевич, меня, как житель Нового Чебоксарства, волнует ситуация на ВОЗ. Я, насколько мне известно, 30 миллионов там сняты для развития, для реконструкции, 30 миллионов бюджетных средств. И какая дальнейшая судьба там будет? Потому что на самом деле запах там невыносимый стоит летом. Хотелось бы все-таки с этим все уже покончить. И второй вопрос. Какая судьба полигона в Новочебоксарске? Ну, мы в Новочебоксарске уже обсуждали эту тему. Вы слышали? Это публичное обсуждение было.
На сегодняшний день проект данный реализовывается, двигаемся пошагово, поэтапно. Определенные новые технологии применены. В этом году будет сделан следующий шаг. И через создание атмосферы аэрозоля, когда там температура плюс, допустим, там, выше 20 градусов, вот эти технологии будут снимать определенный запах. Это первое. Второе, вы знаете, там новая технологическая линия на сегодняшний день работает по осадкам, которые на сегодняшний день после стоков остаются. В принципе, все это проходит технологии сушки. И по объемам в 100 раз мы уменьшаем количество этих осадков. В 100 раз. Дальше, соответственно, будем отрабатывать, где это использовать. На сегодняшний день специалисты соответствующей лаборатории работают. Если там нет вредных веществ, тяжелых металлов, может быть, и в других отраслях все это будет использовано. Касаясь темы ТБО, не первый год обсуждаем. Могу сказать следующее. В прошлом году, вы знаете, дорогу ввели в эксплуатацию объездную. То, что Новочебоксарске там поднимали, в том числе политические партии «Справедливая Россия». Конституционное соглашение с новой управляющей компанией, это частная компания, будет подписано в апреле месяце. Они должны вкладывать соответствующие инвестиции. И в конце года, предполагаем, первые машины с мусором появятся на полигоне ТБО в городе Новочебоксарск. По трассе, которую мы проложили. На самом деле, по статусу депутата в законе не сказано, что депутат Новосибирской республики должен быть олигархом. То есть, по большому счету, это представитель органа, и каждый депутат Госсовета должен представлять интересы тех граждан, которые его избрали. Поэтому, но я согласен с ним, что каждая политическая сила должна иметь право работать в Чувашии на благо наших жителей. Поэтому, в связи с этим, я хочу задать вам такой вопрос. Готовы ли вы сегодня, планируете ли вы, может быть, в дальнейшем провести те основы Конституции многонациональности, да, многопартийности, спроецировать на правительство Чувашской Республики? То есть готовы ли вы сегодня говорить о том, что следующим, допустим, кабинет министра будет формироваться по принципу многопартийности и дать возможность политическим партиям представлять кандидатуры, то есть на места министров, начальников управления федеральных органов. То есть возможно ли это будет? Потому что на самом деле сегодня вот эта возможность, она у нас прописана в Конституции, но, как правило, мы этого не видим. Поэтому, Михаил Васильевич, вот как вы думаете? Как я думаю, спасибо, Андрей Васильевич, за вопрос. Вы задали этот вопрос и сами ответили, по сути дела. Будем действовать согласно норм действующего законодательства и Конституции Чувашской Республики. Приятно было слышать вот те цифры, которые сегодня озвучил Михаил Васильевич, вот эти отношения, которые возникают внутри республики. Я единственное хотел остановиться вот на промышленности. Ну, конечно, перед этим хотел бы сказать два слова о сельском хозяйстве. Мне очень приятно, что наше сельское хозяйство, пусть не достигло таких серьезных результатов, но, наверное, нужно быть жителем Кипра, чтобы не понимать, почему вот в 2013 году у нас произошел спад объемов поставки сельхозпродукции. Мы что, не ездим, не знаем, сколько дождей у нас было, сколько у нас осталось продукции на полях. Мы это не видим, не знаем. Поэтому мне, честно говоря, было несколько даже непонятно вот слышать такой вопрос. Но хочу сказать одно, что сельское хозяйство в Чувашской республике развивается абсолютно правильно. То есть развитие это идет, индустриальное развитие. Наверное, вы знаете, слышали о том, что запущено много перерабатывающих цехов, заводов. Вот в прошлом году мы объездили, были на Вурнарском мясокомбинате, честно говоря, я до этого неоднократно был на подобных предприятиях, но то, что я там видел, это абсолютное качество, абсолютное новое производство, новейшее производство, рост объемов. Я впервые за много лет видел такие приятные кукурузные поля, которые посеяны, значит, в нашей республике. Вот. Ядрин молоко
предприятие, которое будет перерабатывать, все это переработать. И эта переработка, она потянет за собой сырьевую базу. Да, сегодня у нас есть брошенные земли. Это будет наказ, кстати, кабинету министров навести, вот, мне кажется, в ближайшие сроки порядок вот с землями. У нас через 5 лет вообще ни одного клочка земли не будет брошенного, потому что вот это все производство, переработка продуктов питания, она потянет за собой сырьевую базу. Потому что тому же ядерному молоку что потребуется? Молоко потребуется. Дельман создает, значит, производство крупного рогатого скота и молочной базы в Мургаевском районе и так далее, и так далее. И у нас не будет, нам даже земель не будет хватать, и тогда мы возьмемся. Главный вопрос у нас станет, вопрос это повышение эффективности использования наших природных ресурсов, в первую очередь земли. Поэтому думаю, что в ближайшее время наше сельское хозяйство будет одно из самых, наверное, развитых в стране сельских хозяйств вот за счет создания мощной переработки сельскохозяйственной продукции. То, что касается промышленного производства, да, конечно, если посмотреть индекс промышленного производства 98,6, то можно в целом сказать, что да, у нас идет спад промышленного производства. Но я вам хочу сказать, что вот этой цифрой нельзя оценить в целом работу промышленного производства, потому что вот практически, наверное, на всех предприятиях, вот насколько я знаю, коллег бывал, идет рост и объемов производства, и самое главное, идет рост эффективности производства, то есть зарабатывание чистой прибыли, повышение заработной платы, инвестиции, значит, увеличиваются значительно. Ну, сегодня уже неоднократно называли эти предприятия. Но ряд законодательных актов на уровне нашей страны позволили увеличить, допустим, ресурс железнодорожного вокзала, состава, вагонов и так далее. Поэтому у нас раз резкий спад производства, вагонного производства. Вот, пожалуйста, один результат уже спад. Конечно, то безобразие, которое творится у нас с приобретением сельхозтехники, это беспрецедентно. У нас такие мощные трактора, и я очень рад, что при встрече с Михаилом Болотиным мы обсуждали вопрос о создании у нас на предприятии производства траков резиновых. Это была достаточно серьезная встреча. И я, естественно, не мог поинтересоваться, как дальше будет развиваться концерн. Мне было очень приятно, когда с трудом вырвали у Красноярского края, представляете, там закрыли производство комбайнов и перенесли в Чебоксары, понимаете, беспрецедентно. Если Ростов, допустим, свое производство почему-то перенес в Канаду, то мы перевели свое производство в Чебоксары. Представляете, мы будем делать новый комбайн, Енисей, двухбарабанный комбайн, как раз позволяющий убирать зерновые и с учетом повышенной влажности зерновых, вот что отличие от ростовского комбайна, вот. Трактор сельхозназначения создан, пятитонник, гусеничный трактор, вот, шлейф машин, это все будет производиться у нас. Это вот сегодня вот такой задел сделан вот этим концерном, чтобы в 2014-2015 году у нас произошел рост объемов промышленного производства. Я уже не хочу говорить то, что делается на Эларе, там ежегодно идет рост, там работает наука, там август у нас развивается, много таких. Но я вам скажу, когда мы с группой специалистов технических приехали на Сеспель, первый вопрос, который я задал генеральному директору: слушай, а зачем ты покупаешь вот эти евроцистерны, что ты сам не можешь их делать? Он говорит, я их сам делаю. Я говорю, как? Я подошел, точно, Сеспель. То есть евро вот эти цистерны для перевозки там и цемента, и битума, и ГСМ наше, чебоксарское, наше предприятие, да, республиканское, делает у нас. И еще, кроме этого, значит, я бы хотел, чтобы Кабинет министров и министр по транспорту в ближайшее время организовал рейс Чебоксары-Симферополь, для того, чтобы мы смогли летать, налаживать и деловые отношения, и, естественно, у нас появилась бы возможность отдыхать. А в целом работу Кабинета министров я бы вот за 2013 год оценил как положительную. И отчет очень прекрасный и хороший.